Заслуженный артист Самарской области Марк Коган долгие годы управляет оркестром на сцене и является опорой для всего музыкального коллектива. Этот праздничный концерт по особому поводу. Муниципальный духовой оркестр отмечает 30-летний юбилей. Я искренне благодарен вам, дорогие друзья, что вы пришли к нам разделить нашу радость. Это хорошая цифра 30 лет. Сегодня то состояние, в котором находится оркестр, в состоянии именно доброго отношения и понимания наших задач и нашего искусства. Поздравить музыкантов приехала глава города Елена Лапушкина. Она поблагодарила творческий коллектив за стремление к патриотическому воспитанию молодежи и нравственно-культурному просвещению. С первых дней создания, конечно, ваш коллектив очень полюбился самарцам. И вы действительно являетесь украшением нашего города. Ваша музыка любима для людей любых возрастов. И я вас от всей души благодарю за то, что вы делаете. Глава Самары вручила награды главному дирижеру Марку Когану, заместителю директора Сергею Софьяну, дирижеру и аранжировщику Сергею Рыбину. В своем ответном слове Марк Коган и Сергей Рыбин поблагодарили главу Самары Елену Лапушкину и руководителя Департамента культуры и молодежной политики администрации Самары Татьяну Шестопалову за поддержку деятельности оркестра, укрепление материально-технической базы, обновление костюмов, музыкальных инструментов и помещения. Елена Владимировна, вот разрешите прилюдно поблагодарить вас за то, что вы сделали, и всех, кто причастен к этому, вот за мое обучение в Москве, в Гнесинке, это просто мечта каждого музыканта. Спасибо вам и всем, кто это сделал. Также слова благодарности музыкантам выразил председатель городской думы Алексей Дегтев. Духовая музыка в нашей жизни – это марш победы. И его мы должны поддерживать всеми имеющимися у нас ресурсами. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за то, что вы у нас есть, за то, что вы служите музыке, служите людям. Для зрителей в этот вечер прозвучали произведения, посвященные 350-летию Петра I, песни Великой Отечественной войны, джазовые композиции и, конечно же, знаменитый вальс на сопках Маньчжурии. И кружатся листья поря, и дышат Маньчжурии сопки, играет оркестр. За 30-летнюю творческую историю коллектив дал 4000 концертов, большинство из которых прошли на улицах нашего города. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Максим Гусев. События.